С самого начала игры саровчане выбрали атакующий хоккей. Но буквально через 3 минуты после старта первого периода получили шайбу в свои ворота. Гол не сломил дух саровчан. Они продолжили брать штурмом ворота гостей. И уже через минуту сравняли счет. На протяжении всего 20-минутного отрезка игра оставалась напряженной. Но несмотря на несколько удалений в составе и Сарова, и старта, на перерыв команды ушли со счетом 1-1. В первом периоде много чего не получалось, потому что ранее играем, катаемся 11:30 ночи. Это, конечно, большой минус. А так вышли, оклемались. Сейчас вот уже третья игра сезона показывает, что команда, в принципе, готова там на 85-90%. Что первая игра сбором – это блин комом, Сеченова 9-4 уверенно. Здесь, ну да, Таншаева как бы все, ну, приблизительно все одинаковые команды. Во втором периоде напряженная борьба продолжилась. После затяжной атаки саровчанам удалось пробить оборону гостей и забросить шайбу. Выход соперника вперед подстегнул старт, и им удалось сравнять счет. Следующие 14 минут команды изо всех сил старались забить. Но несмотря на удаление и в той, и в другой команде, счет на табло так и не изменился. Где-то не хватало хладнокровности первые два периода. Нужно было отдать, бросали. Нужно было бросать, отдавали, поэтому... Я думаю, в принципе, все хорошо. Все подходят вроде адекватно к играм. Все соскучились. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. После двух периодов команды по-прежнему не уступали друг другу, показывая временами довольно жесткий хоккей. Но ближе к концовке матча ситуация изменилась. Гостям не хватило сил противостоять саровчанам. Итог – 4 пропущенные шайбы. Получалось сдерживать 2 периода. В целом хорошо оборонялись. Единственное, что не получалось, большинство моментов не реализовывали, потому что во втором периоде была хорошая контратака 2-1, ее запороли. В третьем периоде тоже в начале выход 1-0 не реализовали свой. Ну и по такой игре, если мы свои моменты не забили, то в конце силы уже закончились. Следующий матч ХК «Саров» проведет 4 декабря на выезде с командой «Кстово». 11-го саровчане сыграют дома с ХК «Урень».